В ближайшие годы микрорайон Лозовый Партизанского городского округа ожидают преобразования. По инициативе губернатора Приморского края продолжится развитие спортивно-туристического кластера. На рабочей встрече представители профильных ведомств наметили план реализации проекта. Следующим этапом реконструкция стадиона «Энергетик», создание условий для занятий адаптивными видами спорта, значит, строительство бассейна плавательного под открытым небом, круглогодичного использования, также строительство велобеговой дорожки, набережной вокруг озера Теплого, и в том числе строительство, значит, кемпингов для круглогодичного проживания туристов и желающих, которые будут посещать это уникальное место. Проект планируют завершить к 2028 году. Для этого сформирована рабочая группа, в которую вошли представители органов исполнительной и муниципальной власти, профильных учреждений и ведомств. Создавать в первую очередь дорожную карту, поэтапное решение тех вопросов, которые нужно решать. Для начала это передача земельных участков, которые имеются в муниципальную, затем в краевую собственность для дальнейшего проектирования, но и после этого строительство, значит, этих объектов. В реализации проекта также будет задействована партизанская ГРЭС, где уже сейчас началась масштабная модернизация. У нас прирастает мощность в итоге этого строительства, этого проекта на 280 мегаватт по электрической энергии. Устанавливается новое оборудование, и это оборудование по экологическим показателям гораздо эффективнее, оно чище, чем то, которое сейчас работает. Впоследствии в планах перевести это оборудование с угля на газ. Впоследствии после этого перевод старого оборудования на газ и замена на новое оборудование полностью. Такой спортивно-туристический и рекреационный кластер будет привлекать не только жителей края, но и гостей региона, что в свою очередь эффективно скажется на социально-экономическом развитии городского округа. Поскольку здесь формируется очень много спортивных объектов очень высокого уровня, международного стандарта, то, конечно, не хватает как раз здесь мест отдыха, рекреации, спортивного туризма. И как раз вот эти моменты, которые Олег Николаевич нам поручил разработать и подготовить, мы и обсуждали сегодня на первом заседании рабочей группы. Я полагаю, что все у нас получится. Первым этапом будущего кластера стали грибная база «Олимпийская», которую реконструировали 3 года назад в рамках национального проекта «Демография» и строящийся спортивно-оздоровительный комплекс. Его ведут в эксплуатацию в этом году. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.